Появился аппарат Supra SMB770. Башня 60 Вт. Пишу, что каналов 2.0. Подсветка, разъем. 8 часов работы. Без рубля старая цена 10 тысяч. Старая была без рубля 13. Компактный корпус. Сантиметр 60 высоту. Ну, в принципе, все органы управления, ручки, они все стандартные. Они все у нас... В верхней части небольшой дисплей. Вот такой вот вариант для любителей Supra. И у кого по деньгам, до 10 тысяч. Вот остальные экземпляры неизменные. Это Дены, оба LG, горизонтальный бокс. Далее Дэн, опять же, Дэн большущий, о котором была съемка раньше. Саунд Макс вот подешевел, без рубля 20 стал стоить. И новинка Хай, без рубля 15. В принципе, о них было видео. Вот это интересный экземпляр. Обратите внимание, Вайп выпустила Nitro X7 33 999. Брутально и мало такой кнопочный вариант управления. По центру написано, что это Вайп Nitro X7 Pro. Вот. Дисплей достаточно большой. По центру мощные кнопки. Ничего лишнего, да? Выбор композиции, свет. Опять же, усиление баса, усиление высоких частот. Одновременно здесь у нас в другом варианте варианты эхо, варианты микрофона, эквалайзер, опять же, пауза, пуск, выкл и выкл. Нам говорят, что он у нас идет 300-ваттный. 8 светодиодов, Bluetooth 5.0, степень защиты IPX4, типа льем воду, ничего не происходит, да, 10 часов работаем, караоке, эквалайзер, ну и технология TWS, то есть легкое подключение, легкое сопряжение с источниками звука. Опять же, можем класть налево, можем ставить вертикально, можем класть направо, два динамика широкополосных по центру и пищалка. Ну, пожалуй, да, Vibe X7 Pro, пожалуй, флагман, как в ценах, так и по... Наверняка по звуку и по весу. Сзади вуфер. Точнее, фазоинвертер, так скажем. Ну, фазоинвертер, вуфер. Вот. В общем, бас идет у нас в стену. Было бы неплохо его бы в передней части поместить. Все-таки в нижней, под нижним динамиком. Все-таки, на мой взгляд, фазоинвертер во фронте гораздо... интереснее отыгрывает бас, чем фазоинвертер, который на тыльной стороне. О ней я кратко сделаю коротенькое видео. Тоже будет на канале.